Третий тип трудового договора в базе ЕСС – это отсутствие трудового договора, то есть это тоже характеристика контрольной группы. Довольно много фиктивных переменных, относящихся к группе, тип организации, в которой работает человек. И в данном случае это фирма, частная фирма. То есть представители контрольной группы работают не в частной фирме. Страны. У нас мы видим много фиктивных переменных, характеризующих страны, но всего в полном наборе их было еще больше, больше 20. То есть мы можем сказать, что представители контрольной группы проживают не в этих странах. А именно, речь идет о следующих странах, в которых не проживают представители контрольной группы. Вот эти страны. Это не Бельгия, не Кипр, не Дания, не Ирландия, не Исландия, не Норвегия, не Россия, не Швеция и не Словения. Желтым я выделил здесь как раз те предикторы, которые относятся к фиктивным переменным, которые являются фиктивными переменными. Все остальные предикторы – это обычные интервальные или псевдоинтервальные предикторы. И для них все очень просто. Нулевая категория – это и есть характеристика контрольной группы. Здесь все интервальные переменные закодированы таким образом, что 0 является содержательной категорией. Бывают ситуации, когда 0 не является содержательной категорией. Например, если бы у нас возраст участвовал бы в итоговой модели, то для переменной возраст 0 содержательно не имеет смысла, поскольку люди в 0 лет не могут отвечать на вопросы ЕСС. Для того, чтобы работать с контрольной группой, как с реальной группой, а не виртуальной, я рекомендую перекодировать переменные, которые не имеют содержательного нуля, в такие, которые имеют такой содержательный ноль. Таким образом, через функцию transformCompute беру исходную переменную возраст. Поскольку содержательный возраст начинается с 16 лет, поэтому я вычитаю из исходной переменной 16 и тем самым сдвигаю в ноль начало содержательной шкалы. Через такую формулу запускаю и получаю нужную мне переменную. Вот эта переменная. И здесь я знаю, что если какой-то респондент имеет возраст 0 лет, то на самом деле ему 16 лет, а если 3 года, то на самом деле 19 лет.